Ядерная кнопка лежит на моем столе, Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, рассказал о ядерной кнопке на своем рабочем столе. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится ядерная кнопка. Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, передает РИА Новости. По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении начать войну с КНДР. Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар. Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты. США готовит военную атаку на Северную Корею. СМИ. Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР представляет ядерную угрозу для США. По материалам сайта newsgro.com.